Соответственно, не забываем про задних мобов. Он может просто не притянуться. Дим, старайся сразу притянуть, пока щиток не повесил маг или лишних не убил никого. Здесь понятно. Соответственно, на второй фазе. Ребят, для тех, кто может контролить, соответственно, все стараемся контролить. Кого, то есть, есть возможность контролем. Далее, мобов сносим. То есть милишники, ваша цель, рыбу кушим. Милишники, ваша цель, мобы с маной. РТДши, ваша цель, мобы без маны. Здесь понятно. Далее, вторая фаза. Все играем также по трэшу. Соответственно, на второй фазе рога ты можешь оставаться на боссе. Чисто бить босса, смотри, только за духами. На второй только фазе. На первой ты также играешь трэш. Далее, на второй фазе убили своих мобов, то есть, соответственно, РДД вы убили мобов без маны, играете в босса. Милишники убили мобов с маной, играете в босса. Действие понятно. Далее, по духам также, соответственно, не хлопаем, следим за духами. Если вы хлопнете хоть одного духа, не факт, что ваш шотнет, а то шотнет рядом с вами стоящих людей из рейда. Действие понятно. С лужи выходим и не забываем также про контроль. Когда скажу на второй фазе, играем чисто только в босс, соответственно, играете чисто в босс. Да, СС на мосс веш. Чек на готовность. Ласки пропили. Мастер готов. Все готовы. Отчет на пол. Тёма, можно с ищем трое танков одно пати взять с сонами? Как-то не удобно. Танков одно пати, пожалуйста. Ты пихнешь потом? Ну потом, возможно. Играем по трэшу. Играем. Пан, вы вдвоем с микстуркой держите мобов. Все. Контролим. Продиспеливать не забываем. Уже выходим. Мобы. Готовимся по мобам. По мобам играем. Агро. Агро. Наши закончились. Слева милишник, играем по леди уже. Мобы ваши закончились, играйте по леди. Контроль. Справа моб. Ренджи, сливайте лучше слева. Своих. Готовимся по мобам. По мобам играем. Лужу выходим. Контролим. Бонзай, у тебя не скачано дон, что ли? Нет. Вот это вот очень было. Лопасос, подымай мангиала. Помбам. Готовимся к помбам. 2 секунды. Мангиал, вставай. Моб взрывает. Играем по трэшу. Контроль, секунда. Готовимся к контролю. Мага бахнули. Контролим. Расконтролили. Контроля вышли, продиспелили. Блять, вы диспелить не можете? Мосса, Бэйр, Ванзая.
Топнули по боссу. Топнули по боссу. Фулл стоп дымаг по боссу. Ноль. Переведут доты. Быстро в трэш. Вторая фаза, сука. Ловите трэш. Бомжей дали. Контролем. Все играем по трэш. Геру дай. Бузер. Трэш слили, только потом играем босс. РДДшный мог. Хорошо. Долили мобу. Мили мобу стоит слева. Слева милик убить. Контроль. Трэш. Слева он РДДшный вообще-то. По мобам. Контроль. Два раза контроль сейчас. Да можно падать. Ложимся. Хуёво перевели. Там, а нормально. Там смотри, вот у меня, короче. Ой, ну тут сказать надо вовремя было. Там. Мы когда вот. Я начали... еще сказал на 6% стоп ТПС. Нет, там. Ты когда сказал, вы когда сказали, было лям. Лям 200. А лям 200. Даже не лям 200, по видео, если посмотреть, там, когда нормально. Сказали, уже 800 тысяч было. Нормально, всё. Сейчас убьем. Там просто доты перевели. Диванов взяли и... Вот когда там, 2 ляма хп, когда ты говоришь стопнуть, тогда там, ну, лям примерно доты. 2 ляма это рано. Давай в ДД, я сейчас тогда спекну с танком. Так. Зеленый бабл у тебя МП5 вкачан или нет? Нет. МП5 вкачано в талантах или нет? Блять, хуёво. Пишет, да. Так. По этим у нас, значит, раздаешь кулачки МП5. Шредер также каски. Пан, давай, да. Первый, да, на любого из ДКшников, кто поймает, тот и танчит. Там ДКшники наберут на пул, не забывай. Ты лучше мобов напуливай на танк. А, хотя не, напуливай. Смотри, давай, Эвинар будешь первый держать на второй фазе, соответственно. Напуливаешь Эвинар, а там следишь. А тьмы не бафайте. Тьму сняли, молитва за счет от темной магии. Сняли. Вот на всякий случай разбафаем. Не, ну мы можем вообще порочить и взять нахуй саппорт. Ну, не надо. Это ничего не решит. А вообще типа духов меньше. Да, причем здесь саппорты, когда база из двумя кухнями влетает и ваншотит, чувак. Ванзайс, на следующее ты что ты стоял? Ты за 3 секунды перед контролем говоришь, что пушки снимали. Да, дон снимает. Уваров одну дон. Пушку. Он не убьет с одной пушкой. Ну, я не сейчас две снимал. Задум готов. Все готовы. У меня макро стоит. Ой, он ваншотит вообще. Он не две снимает, только одну. Играем по трэшу. Оперативно. Давай, давайте по трэшу. Милишники с левой стороны уже пошли играть по боссу. Это не ваши мобы. Контроль. Так их не бьют ни хрена. Ренжи. Вон они топят в босса уже.
Мобы 5 секунд. Готовимся. Блять, я лагаю. Дима, подстраховывай. Сука. Приверженец связи. Дима, страхуй. Главное, если сейчас плагиваю. Плагал. Блять, он превратит. Второй каст на сбей. Контроль. Контролем, контролем. Контроль. Никто не должен без контроля умереть. Да ёпта будете. Трэш 5 секунд. Готовимся к трэшу. По трэшу играем. Фанатик, кстати. Контроль 5 секунд. Сбил. Контроль. Расконтроль тебя. Он чё, заливаем слева моба быстрее. Страшно. Мне пишет 10. Нет. Сука, забагался дом. Играем по трэшу. Контрольчик. Он сбил. Блять, я тоже сбил. Доливаем, доливаем, доливаем контроль. Я задаю ваши мобы слева. Так, стоп доты по леди. Стопнули, стопнули по леди, фулл дамаг стоп. 11 секунд. Стопнули. Сейчас мобов убьем нахуй и этот, будем играть по леди. Другой сам сайт на леди. Да, да, подводи там по чуть-чуть. Давай, 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 бьем. Пам-бам, пам-бам. Играем пам-бам, контроль 2 секунды. Моб взрывается стан. Сука, не успел. Играем, играем, играем. Контроль. Доливайте РДД мобов быстрее. Милики, помогите. Моб превратил. Переводить. 1%, давай, принеси. Вторая фаза, вводите на центр. Следим за духами. Блять, трэш, трэш, с другой стороны, сука. Где он, блядь? Играем по трэшу. Сейчас заберу задум. Сейчас заберу. Играем по трэшу. Контроль. Духи. Духи. Ну, блядь, милик какой-то взорвал. Я взорвал. Вот видишь, как захитил. Блядь, ребят, я говорю, блядь, не взрываем духов. Вы чё, блядь? Или духи. Непонятно, что ли? Духи. Следим за духами. Мобы. Чем уже поели? Ев, дай. Куда ты мне? Духи. Да сука! Чулан через 5 секунд будет этот бар. Промазал, сними бабл. Дух, мили зону. Мидвы, на тебя случайно щипки. Да, блять, молодец. Чё за хуйня? Чё у меня вспышка кастуется? Ёб твою мать. Ми... А, мили. Трэш, кстати. Я вижу, иду. Духи побежали. Дух, мили зону. Геру, дай там? Геру, дай бузер. Гера, когда? Бузер. Он её отдал. Уже как. Духи. Контроль 2 секунды. За духами следим. Баба, убегай. Ребят, блять, не шотайте духов. Моса, бернишь бузера. Чуланы есть, брат. Ч
А, чулан, давай по бузеру. По бузеру, ну, давай, чулан. Пробахайте его. Духи мне. Мурбетер на ману. Контроль 5 секунд. За духами следите, пожалуйста. Контроль. Расконтрольте людей. Не убейте только, блять. Дай, Дима, прожимку дай. Прохил рейда. У Мосса есть бар. Духи Мелизона. Скорой трэш. Чё, Гера будет? Гера, да, КТ. Гера. Пьём. Сколько у него лямов? Контроль. Играем по трэшу, контролим. Дух мили. Сколько у нее хп? Один. Один слямов мало, мало духи. Не взрывайте духов только, ребят. Моба готовимся. Прошли контроль. Куда Кира откатится? Уже... Отведите ее подальше, а то сейчас могут. Где-то, блядь, 2 минуты. 2:20. Играем по трэшу. Не убейте. Последний трэш у босса. Не успевай сбить. Я в эфире. Играем. Дух. Ёбаный стык, пиздец, блядь. Доливайте ему бог. В босс играем. Играете чисто в босс. Отведи ее на центр. Играете в босса. Контроль. Духи Мелизон. Забили на трэш. Все в босс. Там контроль. Танки собираем. Контролим. Духи. Следим за духами. Духи. Умри. Заливайте 3%. Духи, следим. Духи. Товар мой Defender Void живым не сдается. Порезали. С пола. Изи. Сейчас разролю. Дядь чистит. У турбойса лут. Ты ему осколок дай. Забрать. Дам я ему осколок. Кого там там? Часто ролим. У меня телефон звонит. Это за ГП, Тёма, как? Да. Если сроливают наши, соответственно, это идет за ГП. Если у тебя есть такая же с обычки, ты можешь взять за минору прейч. То есть получишь только разницу, да, от герба с обычки. Да, Тёпа, есть с обычки. Только дай турбойцу ролить, у него есть минор и вся хуйня, у него хорошие кнопочки. У тебя чё? А, этот самый, с обычки есть такой у меня. С обычки. Блин, коней. Так, ну поставьте Дживса тогда. Все подряд это кто, блядь? Мы сами следим нахуй, чтобы все ролили по спекту. Короче, потом отменю. Да, я сам вычту с обычки сейчас. А палка нужна кому? Ролим надо кому-то, нет? Конечно. Никому не надо. Эй, мне на дис. Кольцо. А вы что, пугаем? Кольцо надо кому-то? Там ТЦ есть, но ему, походу, не идет. Идет. Ну,
Вот. Ну я бы на холи приста забрал, но это ну, офспек. Я на ШП как бы. МТЦ это кольцо не идет. Да не скажу. Почему же, мастер? Это дикость и фаер? Или нет? Дикость, алло. Если у тебя лучше нету кольца, у тебя есть это? С обычки или нет? У меня есть это кольцо, я фрейдлинканул. Угу, сейчас, секунду. Да, он линканул, на нем даже одет. 85. Короче. Сейчас меню, погоди. Да, тут блинка себе сделать. Че, фаером дух нужен, что ли? Крик, можно, блядь, если разгонять. Это... Ролем. Это лучше, чем ДЦ. Конечно, блядь. Триксис Вин. ДЦ. Так, ДЦ. Он не наш. Ну да. Я знаю. Сейчас отдам. А наши уже все полутали, даже чувак, не? А, так, турбо. Забирай осколок. Турбо, забирай осколок быстрее. Это у тебя трезвонит? Да, идите, точно. Сейчас приду. Там сейчас разорвется. Телефон просто на часть. А че в итоге Вайт не линканул свою голову в опычке? Линкуется для того, чтобы знать, сколько ГП. Надо джипса поставить. У меня в банке лежит череп, член. Возле портала джипс. Ты как-то забавил меня. Чё говоришь? Да ничего так. Чё, мастер, не можешь повторить нормально? Я слышал второй раз. Не, если не услышал, я могу повторить, мне это без проблем. Я говорю, какой Зойл сразу дотошный, типа. Причем здесь дотошный? Ну, если для всех правило, так для всех. Не, ну это правильно, конечно. Просто у меня в сумке его нет, он у меня в банке лежит давно. Это 4, когда одел член, светил. Ну, я такого даже правила не видел, я не знаю, откуда его придумали. Да нет, это просто правило, те, кому да нет, людям просто не доверяют. Просто чтобы знать точно, что у человека есть обычки шмотки, я тоже всегда спрашиваю. А то так все будут говорить, я типа на апгрейд, а шмотки нету и будут получать мало ГП. Но это неправильно. Нужно всегда спрашивать. Ну, если на то пошло, вас можно легко наебать, просто сальто с лутеренька, ну. Ну, у него как минимум там есть чарка. Я чарку сделал. Ну, а есть такие люди, которые забирают эту шмотку, потому что знают, что они могут забрать Скайман, блядь. Ну, типа так, представить себе такую ситуацию. Ну, это совсем бред, ну, ты что имеешь в виду? Ну, нафиг тогда такие люди... Гильдия, а как ты проконтролируешь? Тогда давайте еще введем правила, чтобы в обмен их кидали. Это немножко тупо. Ну. Он линканул с чарка, к нему прием. Вопросов нету. Вот каждый будет камнями с чарками. Ну, типа, смотрите, у человека, например... Ребят, давай потом разберемся после рейда. Сейчас придем нормально. Да, в рейде мы пойдем спокойно. Мы все разбираемся, ждем, пока запустят босса. Че ты орешь-то, ёп? Даже я не кричу на вас. Сейчас медведа говорит. Мастер, не хватало, чтоб ты еще начал орать. Я думаю, тебя тут быстро закрыли. Кто? Ты? Да и я, мол. Я бы закрыл. Буга-га-га. Все как-то на меня сагрились, нихера, да? Потому что ты не прав, подожди. Если ты считаешь, что это сагрились, то пускай будет так.
Сейчас знаешь, как ну, будет, я мастер? Не знаю. Слышь, сейчас знаешь, как будет? Сурок начинаем бить. Убиваем сурка, и ты просто первый по ДПС. Меня с шеймом передамажил, и все сразу через пол. А, первый по ДПС, блядь, мечтай. Мне еще до шеи осталось голосовать полгода. Кого? Все нормально. Мне тоже. Да, тебя же. Ты тоже на шею голоса не формишь, да? Ну, пошли. The Doom. Напка. Он написал, что он по работе отошел. Угу. Понял. Джетпаки берем. Че, расков стаканем с пула? Нас 5 как раз варов. Так, джетпаки берем. Алиса, прыгаешь. Дима, тут стоишь. Чё тут, какие особенности у босса, никаких. Расскажи стоишь, пока. Стоишь, просто как бьёшь. Ага. Стоишь и бьёшь. Прилетаешь за 5 секунд до мага, и только убили мага, сразу прыгаешь назад. Не обращаешь внимания, кто там остался. Умрут, сами виноваты. Так, чек на готовность. Все-таки на этом корабле, да? Я не знаю, кто там, определитесь, кто где. Микстурка здесь, Алиса прыгает. Ещё вопросы? Есть, у вас 4 паладина в пале повар настроен. Чего такое не хватает? Ты лучше спроси, кто кулак кебаб. Я повторяю вопрос, ну, у паладина в пале повар настроен? Ты не а так спрашиваешь. Зачем паладинам пале повар? Хорошо, я написал в чат насчет бафа, мне ничего не ответили. Ты спроси, кто человека, кулаки бафает. Который хочет, который будет выдавать эти бафы. Кулаки бафает, зеленый бабл и квесты, блядь. Вот ему и пиши. Нет. Теперь. Стоять. Кулаки бафу я сейчас не встану. А, ты уже в ДД? Конечно. Кулаки разбафаны. Не успел подбежать, еще вопрос. Да правильно, вопросов я так думаю нет. Чек на готовность. Рыбу поели, джетпаки одели. Все готовы? Заложу. Кто четвертый на пушках? 4 плюса в пушку. Так, Тайномаг, Шейдер, Зоил и еще один. Еще один. Давай, я уже там. Я сейф. Уже стою возле пушки, ушли. Сейф, пошел в пушку. Давай, домой. Мастер, прыгаешь. Тайномаг, Шейдер, Зоил и сейф. Пушка. Только одновременно в одну пушку не садитесь двое, а то погните пушку. Сами виноваты будут, если получите минус 100 крови. Вы видите? Что это там вдалеке? Да хоть пятеро. Чем больше, тем меньше у вас минус ров. Точнее, не меньше, а больше. Что? На больше квартала. Пушки, играем по дальним этим оружейникам. Исторички на какую-то пушку. Уже. А так у нас два дека. Прыгнули. Я надеюсь, ты не на самую правую дает. На самую правую. Две серии на меня. Все нормально. Одна откатачила, вторую я получу. А, все четенько. Да нет, на свой корабль, оперативнее. Лишний флот убирайте. Так, короче, прыгайте, знаете, куда пойдет кусинали пока. Заморозка. Эти фласки на армор надо вы? Одну может.
были. Тебе, наверное, рублей сколько давал? Мне есть 8. Блин, не гоните следи для тестов. Мне интересно, ли американец забагал? Шарин канал. О! Это неправильный ДПС. Вообще-то правильно. Это просто в разных углах комнаты могли стоять и мог просто... Что у каждого он тут свой, на самом деле. На стурке письками потреетесь. А вот возьмем и потремся. Не знаю, никогда не мирился. Письками на, блять, на Легине. Ой! На профина. А, ну на профи, ладно, я думал, ты вообще за вопрос. То я тебе сейчас вспомню. Братан, я бы только был рад, если бы я был даже ниже ТПСом, блядь, по танкам, нахуй, ниже танка. Я бы только был рад. Но что-то я такого не вижу. Потому что ты охуенен. Нет, потому что тут что-то, блядь, вы не одеты, либо что-то не так играете, либо классы такие. Еще вопрос. Ё-мага. А фаски пугом даете? Загол, да? Гильдию вступайте. Обратно на корабль, оперативник. Я что-то не услышал ответа, можно повторить, пожалуйста? Если в гильдию вступишь. Соответственно, даю по себестоимости. Кстати, это... Сань, тут сидит, знаешь? Сформулируй предложение, да и нормально скажи. Но он понял, о ком я говорю, просто он тупит. Глупый Дамар. Кто там прыгнул, сейчас умрет. Пан, давай назад, давай. Опа, тут серебан за шаманом. Меня телепортировало куда-то. Турбо, подойди, осколок выпал или нет? Нет. Мы вара, кажись, проебали. Получим. Правильно. Ну, там вара так ничего не упал. Надо. О, бис. Ну, как бис. Так и есть себе, конечно. Когда одному надо, берется же за 10%, правильно? Одному? Да. На оф или у тебя собачки такие есть? Я думаю, за 10 такую хуйню надо кидать. Вот честно. Да, потому что бисовый народ берет хилит для нас. И ну, потому что бисовые другие да. Совершенно. За 10 ему отдавать. А рыбу поставьте, пожалуйста. Я пока не могу использовать эту способность. Так, и ролить надо, да? Рыба так, стоит. Ну, блядь. Минор апдейт здесь нету. У него не, у кого нету минор апдейт? У тебя? А какая разница? У меня все скажите равно мне, да, я апгрейжу. Ничего, проблемы нет. Не, кнопки минор апгрейт нету. Не видел. У каждого другой это. Так, точнее у URL-ов. Сейчас дам. Я раскол вытащил на панели. Ура! Сука, наконец. Ролим. А что тут за особенности у босса? Надо кому-то ролим. Особенности, Дим, если что, я тебе расскажу. На каких боссах какие-то они меняются. Не надо спрашивать каждый раз.
А тут есть такие пушки? А, Геймбой и Туфли тут. Так. Тайномах, а ты на этого, на Аркан? У тебя да, есть? Да. А, не, или нет? Тебе профитные штаны будут, будет. Только если ты не один ролишь. Если один, то за 10. Нет. Один? А не, вон бабл выкинул. Бабл. Ну нахрена баблу они? Хас, меркость. Выйдем. Ну просто так. Забафнули людей, которые падали. На пол, на Эвинар, потом микстурку. Зоэл, чё ты там? Релогаешься? Да, ДБМ забафнул. Давай. А чё, это... Кто-то ролил для него ещё? На Вейнспик. Так, ну я думаю, вы в это... В трихила с ДЦ захилите, в ШП пока побуду. Не такой прям босс. Мастер, тогда получается я один ролил, тогда что-то мне до хрена начислили. Я не знаю, я не заметил таблицу. Это нет. Такой хуйни нету, за 10% это вы берете на третий спек. Или да вы грейдите, или этот. Я не запариваюсь на эту тему. Лапсов, чего не хватает? Сейф. Бафнули друида быстрее. Каску, кулак, МП5. Все? Нормально? Завожу. Торкра! Выдвигайтесь! Герои, будьте начеку! Че у тебя по статам, мастер? Крита сколько? 56-85. Офигеть, 47-91. Шмотная агила решает. Лис, не дай бог он меня шотнет. Сделай так, чтобы шотнул, я тебе один кагал, две не дам. Я предупредил сразу. Я здесь, чтобы забрать. Лужи кидай перед полом. За пару секунд. Да там не лужа, просто ЛПшку спамишь и все, никакие лужи ничего не решают. Хотя и лужи как пробник. За 5 секунд до начала анонсируйте. За пиксель, на который ты тратишь. Я на 6 секундах до боя, так нажму отчет на пол. Да можешь не спамить, за 6 секунд нажму на пол. Все. У вас не тот ДБ. Тут Шрайдера не шотнуло. Геру. 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 Блять. 4-4, 20-10, 20-4, сука. Четко, увы, да, 11 кдпс, блядь. По лавам играем. Показываем. И играем, кроме руки. Он за это в фурике? Да. Поддерживай, пожалуйста. А, окей. Экстурку давай, бомжей. Помогам. Тёма, Виталик не играет? Верит. Нет, он завязал, здесь цена 3 сказал, но пока я возвращения не видел. Да и очистил этих Алиса бомжей. Пам-пам.
его и собака, блядь. Трэш, сука, он не играет, блядь. Пам-пам, играем оперативно. Мисс Клик потом. А я-то, блядь, думаю. Ну что за нахуй? Фух. А кому лапки оторвать? А? О, пойди, открою комнату. Как подобает. В Награнде, рядом с матерью и предками. Я пока не могу использовать эту способность. Усколек. Чего, блядь? Помните о чести, герои? Какой бы жестокой ни была битва. Печеньку рулим. Воин, охотник, шаман, Геровск. Так, а где у меня, блядь, ром? А у меня ром вот тут. Пан с ролем, значит, на гильдии. Так, обычная печенька. Сейчас покинул на ром. Первую и последнюю печеньку Кировскую забрал. Фу-ху. Дорога. Я вот не пойму, почему только у меня Void показывает сначала, блядь, я даю 20 кдпс, но он дает 9 кдпс, но он тоже на втором месте. Я видел тоже. Плащ. Постоянно на тебя такая хуйня. Странно что-то. Может разгонять. КВ на чумку. Так. А Зоил, ты грейдишь? Я на офф. Ну, грейджу, но на офф. А ты к назову? Блин, кони мне этот. Общий ДПС, сейчас скажу. 247к. Хороший ДПС. Это все, больше ничего не упало. Нет, кстати. А должно было быть два токена. Обычно. Погоди. Минус 275 вроде, да? Да я уже сделал. Пешимся. Идем на чумку. Вальку убьем. Давайте ебанем. Все валькири сначала убиваем. Вы что, тебе не минусанули, что ли? Кому? За что? Дикость за кольцо. Кто-то же говорил, что кольцо ему час проверит. Ни хера ему не минусовали, ему за фунт. Я сейчас минусовал типа. Да, хорошо. Сколько там обычно? Да не, обычка. 275 вроде. Да, сейчас. Да, 275. Все нормально. Вторую вальку, вальку вторая летит. Валька только приземлится, ждете 3 секунды, сразу стан ей паладина даете. Стан паладин. Хорош. Каска теперь долго не будет. Я не знаю, секрет вам открыть, если инстант кастовать на него шакл, вообще кастовать не будет. Но это так, никому не говорить. Ну зачем запариваться, если можно дать один спан? Давайте чумку чистим. Мне кажется, или здесь мобы худее, чем в обычке? Да. Да, намного. Худее, потому что они пофикшены на 30% по нерву. Давай, давай, ну, давай, там одного повод толстяка тяни, разворачивай трейдер. Блин,
Забыл с рука полутать душу. Возвращайся, лутай. А его нет. А с рука нельзя душу. Ну, смотри, на сурке меньше десятки. Только там нормально. Говорит, только без яда, блин. Ну, вот такой и должен быть. У нас хороший ДПС. У нас плохой ДПС. Три приста с 15, 16, 17. Не демоны, не анхолика, чё ты хочешь? Ничего, приоденутся еще. Зачем это ничего додека там, я так не спрыгнул? Ну, нету вариантов пока. Мы с Тёмой с шемами. Я анхолик не могу быть. Универсальная агромашина. Ну, дайте мне шею, блядь. Ну, пан есть. Ну, шем, да, пан уже. Он тоже хорош, со мной наравне идет. Сука, чешки, блядь, все понабирали нахуй, блядь. Панк пятое ДПС. Место по ДПС. Ничего, о чем. Ладно, я отойду, но быстро. Нет, 2 ДК, не плохо, танчится, все нормально. Там только на лича он нужен. На серкаре. Да, ну, не знаю. Нет, это не так похоже, как сказали. Бля, я не смотрел, что надо будет посмотреть. Но мне чё, пролича? Это... Да, тут есть одна так. Да, скольки мы вообще-то? 8-9 боссов минимал. То есть мы... Чё, дискон? Мы сидим, не, на не, всё нормально. Ладно, вот, лагал. Сейчас тух и гнилой. Давайте перейдем. Тащи вонючку быстрее. Не мобов тащите, а тащите спелин. Мобов главное танки соберите. Угу. Играем по вонючке. По джопу встаньте. У нас РТ 6-7. По джопу встаньте, кроме ханта, чтобы вас похилить было лучше. Бьем по вонючке. Лиз, дай прожимку. Так, кто дал? Лис, ты? Ну да, она была. На следующем истреблении сам дает. Давай, да. Угу, прохил. Пиздец, поясни. Так, кто? Так кто боешку забрал? Я не знаю, кто забрал. Интересно. Не торопитесь. Без разницы, кто ее забрал. На следующей неделе в новый данж пойдем. На вторую кату. По прелести вторая играем, кату. Трэш появляется, ойшь. Что там на следующей неделе откроют? Да ничего не откроют, вторую категорию пойдем делать. А. По трэшу играем. Кому? ДНМ. Кроме... Нет, я уже с второй катой. Не до третьей каты осталось 35 стал за 35 дней, хотя еще не сказать, но выпить. Ой, ты не следил, на что у тебя воля
по-моему, с пола. Крит, что ли? Ой, уже не помню, надо будет видео смотреть. У меня хоста. У меня потом сила пропнула под второй бурс. Бьем. Трэш сразу сливаем. Вторую активируйте. Синька, я думаю, ничего не будет. Идем на покопер. Ой, попробуй отгильнишь, мой. Стой, подожди, там квест на чумку. Давай сделаем сначала проще, то есть сложнее босса, а потом проще. Какого сложнее? Ну так для этого рейда будет сложнее. Они оба простые. Ну мы как бы на слизистых там вайпаемся иногда. Может, эй, тут иногда вайпаемся. Вам главное. Можно фулбаф попросить там? Мы можем вайпнуться везде. Мы, блять, в понедельник вайпались нахуй на леди сколько? 2 или 4 часа, ебаного. А тут вам нахуй квест надо сделать, ебаного. Вот приоритет. Охуеть. Вы издеваетесь или чё? Вам главное шмот, либо 750 ОД. И шанс. Шмоткой. Ну вот именно. С этого босса должен давать скорость на танк. Сделается, значит сделается. Не сделаем, значит не сделаем. Все, проблема решена. Давай все равно начнем с того лучше. Я тут что решаю, что-то. Пиздец, я уже внизу ППР нахуй. 4 карьерпана. 423. И у мастера больше всего ГП. А это из-за прошлого рейда, блядь. Мне гильный шмот выбить для начала надо. А кольцо можешь взять гильный? Нашел. Ну так у меня оно уже гильное. А, ты уже. Здесь понял. Особенность, Димка, что все то же самое, как и на обычке, только проф кидает пельмень один в рандомного человека в рейде. Соответственно, под ним появляется зеленая лужа. Он может также кинуться и на танк. Соответственно, с этого места, ну, если босса танчишь, соответственно, сдвигай его. То есть поворачивай. Чтобы он стоял. Зеленая лужа будет как на про. А не на профи нет. Эти 5 секунд. Видишь, она такая маленькая, зелененькая хуйня, то есть под ногами будет. То есть начина отойти в раньше 6 метров от того места. Угу. Так, я релоуд сделал. Надеюсь, лаги пройдут. Бафы все я вроде обновил. Сука. Да, бафы все есть. Чек на готовность. Соответственно, милишники под правой или под левой ногой стоим. А протоаура кого-то стоит? У меня. Надо подождать. А, да. За дом. Все готовы, отчет на пол. Танч первая и вина. Гер. Пельмени, следим за пельменями. Споры 3 точки. Не забываем. Споры. Блять, бурсты проебал. Пельмень, алло. Ой, ёпта, пельмень, ну, молодцы, ёпта, хорош перебегать, блять. Стали или под левую, или по правую ногу. Все, ёп. Мень под правой. Споры. Мень под левой. Что-то они спят. На танке. Алиса. Ёпта, я думаю, что я не допоешь нахуй. Ёпта твою мать.
Под правой. Под правой ногой. Споры. Вот, подожмись на всех троих. Угу. Амидру набрали. Дай лист прожимку. Дикость. Так, хил рейда. Жив на хп. С меня босса заберут. Зоил, дай на хп, забирай, Дим. 9 набрала, заберу. Не переживай. Левая нога. ДДшники. Споры. Царь на хп. Ребезьян, дай на хп. Так, лопасос БР Мангиала, Моса БР Дикость. Спорим, больше не сдвигаемся. Сразу про баф уйти. Про хил, про баф. Да хуй его знает, где он. Сзади босс. Со стороны танка. Спорами не сдвигаемся, все нормально. Мангиал, вставай. Мангиал, вставай сразу. Его сразу прохил, пробаф. Пробафали, прохилили. Пельмени проебал. Вот и пояс. Господи. О, пояс, это хорошо. Ага, я еще и не приговорю. Так. Соответственно, там никого нет из нас. Москва. Сколок есть, да? Все, вижу. У меня собачки есть, Алис? Нет. А там собачки не бисовый, он за ОД. Вот этот, на нем брони больше статы, как собачки. Так, ноги кожаные, на, кому-то нет. Сейф. Остальным не надо, соответственно. Я вижу, сейчас, да. Где там он? Не могу шевелиться, пошел на релок. Это чё, я вас, блядь, я медведя передепасил, при том, что я первый спор и, блядь, больше проебал. Ну, потому что а я охуярил под повиновением. И ты видишь, как я еще приподнялся? Пояс кольчужный с РПБ. Ты бил вот на этом боссе на тухлом, на расхосту? О, и у этот... Мастер. Какую хосту? Так, кровь кому-то нужна? Типа зелье? Да. Плюс в чат. Не, я пил все на броню. Кому квест давали? Чуть-чуть. О, Триксису. Соответственно, плюсанул уже человек. Я напомню. А зачем тебе почту на Дамари? Дамари при уходе поставлю. Турбо забирай.